Сложно сказать, с чем связано отсутствие. Во-первых, я думаю, что те или иные элементы детского и подросткового кино, они все-таки присутствуют в нашей жизни, в новой российской. Конечно, я сам, как человек, воспитанный на замечательных советских фильмах и влюбленный в них, нет-нет, да пересматриваю, советую сыну своему. Но а если говорить, почему, скажем, не хватает, я думаю, что это просто вопросы современного времени, бизнеса, вечной нехватки денег и все такое. Но, как мне кажется, все-таки в стране достаточное внимание уделяется культуре, в том числе и культуре подросткового, молодежного воспитания. Поэтому в этом смысле я не думаю, что мы очень сильно в отстающих ходим.